Короче, поняла одно, что надо всегда одеваться. Потому что я простыла. Все, заболела. Гузичка заболела. Вот. Но еще надо накраситься. Наконец-таки. Вот ухожу, как дурак страшный. Здравствуйте, что у меня на губах? Вот ненавижу вот это вот, Что это вот? Ужас. Да, на работе. Здравствуйте. С Юлей общаюсь только. Вот. Нет. У меня есть продавец. У меня есть даже два продавца, когда я улетаю в Москву. Вот, так что, девчат, пока ничего не надо. Но есть интересные планы. Вот. Так что, может быть, скоро я и устрою. Как это правильно говорить? Конкурс, как это, короче, может быть, скоро нужна будет освободиться одна вакансия, вот так, наверное, правильно. Кто там всегда спрашивает, какая у меня косметика? Косметика у меня абсолютно разная, вот разная прям вся. Что-то мне посоветовали визажисты, что-то я сама попробовала, мне понравилось. Ты с какого города? Я с Калининграда. Почему плохо видно? Ну, наверное, грёбаное качество опять. Потому что качество у меня в магазине страдает. Причем всегда. Привет из Самары. Самара, привет. Наконец-то вот люди нормальные уже, ну, как бы едут домой смывать косметику. А я, как обычно, только начинаю краситься. В каком городе твой магазин? Магазин находится в городе Калининград, на Московском проспекте 40. Это Балтийский бизнес-центр. Вот такие дела. А ты делаешь?